Бесполезно. Я знаю, куда буду бить еще до самого удара. Классика. Хоть бы что нового. Я пришел драться. Который из вас мой соперник? Я. А, двое один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. А в смысле? У меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один человек на два тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. А вы всегда все вместе делаете? И в койке тоже? Девчонка у меня одна на оба тела, если тебе это интересно. Обоим хватает. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Козлина ты! С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Окей, но тогда поднимайте ставки. Согласен, так будет справедливо. Ну что, можем начинать? Ну давайте приступим. А ты попросишь пощады, как твой братец, или хочешь еще? Он не мой брат, он это я. Что ж до тебя не дойдет никак? На, твои призовые. Что, нехило? Ничего, в другой раз получится. Хорош сам с собой болтать. А Рипер-то ваш часом не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левые. Заткнись! Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Офигеть. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса доросли. Да иди ты... Thank you.